Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 58 упражнение. Прочитаем задание. Прочитай предложение. Найди и графически обозначь однородные члены. Выдели союзы. Спиши предложение. Расставь, где это нужно, запятые. Составь схему каждого предложения. Давайте выполним задание. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. У нас однородные поклонились, вышли, пустились. Составим схему. Однородные, сказуемые у нас. Не забываем про запятые. Второе. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. Однородные у нас, сказуемые. Составим схему. Едет и приехал. Следующее. Пред ним лепечут волны и бегут, и вновь приходят, и о скалы бьют. Давайте с вами найдем однородные, сказуемые. Составим схему. Лепечут волны. Повторяющийся союз у нас и. Поэтому мы ставим запятую. И выделим все однородные, сказуемые. И четвертое. Дуют ветры яростные, гонят лодки парусные. Составим схему. Дуют ветры, запятая, гонят. Однородные у нас здесь дуют и гонят. Ответим на вопрос, в каком предложении есть второстепенный член, выраженный местоимением с предлогом. Это третье предложение. Вот так мы его выделим. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.